Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о цинии. Это высокорослое, долго цветущее растение. Оно цветет до самых заморозков. Хочу поделиться своим способом хранения семян цинии зимой. Выбираем самые сухие соцветия и отделяем лепестки от семян. Вот так они будут выглядеть. Затем распределяем по бумажным пакетикам. Подписываем обязательно год. Желаю всем удачи!